Ви втомилися боротися з вітряками? Мені стидно осознавать, що поки зараз йде ця політична возня, я не достиг ніяких результатів. Війна відійшла на третій план. Не стоїть проводити паралель, що прийшла команда Зеленського і все одразу змінилося. Прохотабича, ці жарти вам вже от тут. Волосина видернута із бороди, вона дійсно допоможе. Чи смикали ви себе за бороду? Я вважаю, що це працювало. Замечательная тема. Хотіла розпочати нашу розмову з жарту щодо вашого прізвища Хотабич, але я розумію, що ці жарти вам вже от тут. І судячи з вашого настрою, що ми спілкувалися до початку ефіру, що не дуже радісний він зараз, так у вас? Абсолютно вірно. Ну, якщо вже почали з прізвища Хотабич, совершенно случайность, не более того, по началу войны. Я вообще на войне нахожусь с последних чисел апреля месяца. Ну, собственно, мы и есть, я Армен Никогасян, Алена Санцеслава, мы и есть самый первый медицинский экипаж, который вообще появился на войне. Мы тогда проследовали с Новых Петрівців вслед за первым батальоном Национальной гвардии на реанимобиле, который до этого, это очень символично, который до этого оказывал помощь на Майдане и вывозил пострадавших с Майдана. И вот нам медслужба Майдана передала тогда этот реанимобиль, чтобы мы впоследствии создали возможность оказывать медицинскую помощь на базе поликлиники в Межигире, тогда уже формирующейся Национальной гвардии. И вот мы вслед за этим первым батальоном проследовали на фронт. И поэтому в конце апреля, в начале мая мы, наверное, были вообще единственный реанимобиль, который находился тогда на фронте. Я там был как водитель, Армен Никогасян выступал как врач, Алена Санцеслава как санитар. Впоследствии у нас пути разошлись, я пошел по более системной работе, я понимал, что нужно группировать вокруг себя людей и создавать какой-то вот такой вот стержень, вокруг которого будут работать, системно работать, взаимодействовать со сбройными силами как раз-таки все добровольные медики. И это было очень важно, потому что не каждый человек в силу тех или иных обстоятельств может взять оружие в руках. Но при этом нельзя человеку отказать в возможности быть полезным в такие моменты, когда Родина действительно требует защитить ее независимость. И... Про це у мене є питання. От про Хотабича зараз розкажіть, якщо ви вже все ж таки зачепили цю тему. Поначалу у мене була позивний як борода, а потім як-то на одному з блокпостів боєць спросив, как доложить, кто проезжает. Я говорю, борода. А он кричал в радиостанцию, что там у него не срабатывало, и он в конце концов голосом начал кричать, тут какой-то бородатый Хотабыч проезжает, что с ним делать? И вот так оно, Хотабыч, прицепилось. Много, на самом деле, на войне очень много людей, особенно в 2014-2015 году, они считали, что это действительно вот, волосина, выдернутая из бороды, она действительно поможет им, загадывали желания и все это. И я. Я считаю, что это работало. Працювало? Так. Когда человек верит, оно всегда працює. Добре. А як з вашим бажанням, точніше прагненням, організувати в Збройних силах такий медичний спецназ? Ви казали ще рік тому, що він ось-ось має запрацювати. На якому етапі? Чи здійснилося? Чи смикали ви себе за бороду? Я на сьогоднішній день... Очень боюсь, что люди, которые мне поверили, они могут окончательно, просто-напросто разувериться в том, что в Министерстве обороны, вообще в Збройных силах, можно такое построить. На самом деле можно построить то, что мы затеяли. И медицинский спецназ – это на самом деле небольшая надстройка над общей системой внутренней транспортировки пострадавших, эвакуации пострадавших и оказание первой спасательной помощи. Потому что на самом деле не все в этом мире упирается в войну. Есть еще и мирная армия. Когда нет войны, армия все равно живет, она соприкасается с оружием, она соприкасается со своими складами, которые не всегда безопасны. И как бы там ни было, армия должна быть как целостная структура, иметь сама себя спасать. Да? То есть мы в крайнем случае должны привлекать уже МЧС, гражданских спасателей, да, добровольцев и так далее. А первоначально внутри армии должна быть структура, которая как внутренняя спасательная служба первая отреагирует и сможет реагировать в любых ситуациях. Я, власне, це розумію. Чому це не розуміє військове керівництво? Чому ця ініціатива виходить від волонтерів?
Ви ж не фахівець, і не військовий, так? І не медик. Чому, власне, от ви це зрозуміли, організувати цю логістику, а до вас ну, цього не було зроблено? Ми не просто змогли організувати цю логістику. Ми показали кращі результати, мабуть, за всі ці 5 років серед всіх в цій країні. Як би там ні було. Тому що, от, посмотрите, ми створили, абсолютно не тратя гроші на піар, на політиків, на привлечення каких-то средств влияния. Мы не тратили на это деньги, мы тратили деньги только на спасательные операции в зоне ООС, в АТО. И благодаря этому мы смогли добиться колоссальных результатов, больше даже, чем те, кто пиарился очень много на этой войне. Например, на сегодняшний день можно смело утверждать, что больше полутысячи волонтеров-добровольцев, медиков, парамедиков, водителей, людей, которые занимались детьми на фронте, потому что на фронте это еще колоссальное количество уличных детей, и мы тоже этим занимались. Мы занимались тем, что поддерживали комендатуры, ВСП, мы закупали для них и различные тесты на наркотики, на алкоголь, мы закупали для них тестеры, мы печатали для них визитки, которые сами потом уже раздавали, допустим, в Донецкой области, в городе Бахмуте, чтобы каждый человек мог понимать, как обратиться в комендатуру. То есть колоссальный труд, колоссальный объем денег, который был потрачен как раз-таки с максимальным выхлопом. Вы распочинали в трех? Мы прибыли на фронт в трех, потом мы разделились, каждый пошел своим путем. И вы разбудували всю эту систему. Так у меня питання, чому у вас в трех це вийшло, та? А у Міноборони і досі ні? Я скажу так. В первую очередь в Министерстве обороны так и нет на сегодняшний день человека, который бы реально понимал, что медицина начинается не с того момента, как человек попадает уже на хирургический стол, а медицина начинается от момента, когда человеку оказали медицинскую помощь, и от того, как вот на этом этапе, на этапе оказали правильную медицинскую помощь, дальше на этапе его транспортировки, когда человека поддерживают его жизнь, до момента передачи врачам, вот это вот на самом деле и есть самые главные этапы. И, к сожалению, у нас на сегодняшний день нет людей, которые бы занимались именно вот этим. В Министерстве обороны их просто нет. Мы выбили в Главном медицинском управлении, ГВМУ, в Главном военном медицинском управлении, при Викторе Николаевиче Муженко, мы смогли добиться, в первую очередь, внимания его к этой проблеме. Во вторую очередь, он, понимая, что мы являемся единственными, как говорится, проповедниками этой веры, он дал нам абсолютный такой вот карт-бланш участвовать во всем, что мы создаем. То есть каждый раз, когда мы говорим, нам необходимо это, он говорит, хорошо, прописывайте документы. Мы прописываем документы, мы докладываемся именно ему. Заметьте, не начальнику Главного военно-медицинского управления докладываемся, а начальнику Генштаба. И это тоже определенная есть символика в этом, потому что начальник Главного военно-медицинского управления, который теоретически отвечает за всю медицину, он по своей сути являлся, я является хирургом Киевского госпиталя. То есть он хирург, он мыслит как врач. А мы мыслим как логисты перемещения именно пострадавших. Это разная совершенно вещь. А начальник генштаба – это человек, который мыслит оперативно-тактическим передвижением войск. И как раз-таки в его задачу входит, да, если уже послал кого-то воевать, то ты несешь определенную ответственность за то, чтобы этому человеку оказали максимально быструю и качественную помощь. Якщо б не війна, про цю ланку логістики, про неї б навіть і не думали, так? Я розумію. Абсолютно вірно. Абсолютно вірно. І більшість людей, які намагаються утверждати, що вони розуміють, що таке медицинська евакуація, на самом деле навіть не задумуються о нормативних документах, на що це должно, в общем-то, полагатися, опираться. Да? Тобто люди цього не розуміють. Суть той, вот, я не побоюсь сказати, реформи, яку ми нав'язували уже полтора года навязываем своим присутствием здесь вот в Министерстве обороны. Суть это к тому, чтобы свести полностью вот всю медицинскую эвакуацию к единому ответственному лицу. То есть должен быть командный пункт, который понимает свои силы и засобы, которые есть на фронте. Он понимает, где какая машина сейчас находится.
Где появились раненые, сколько этих раненых? Какая именно техника, с каким именно медицинским оборудованием должна проследовать туда? На каком этапе, куда нужно будет подтянуть, какой врачебный состав для того, чтобы не тащить человека очень тяжелого там, 40 минут до полевого госпиталя, а возможно это где-то где-нибудь на базе какой-то сельской больнички там, сделать лекарско-сестринскую бригаду поддержки и именно там оказать первую помощь. То есть вот это все должно быть... Армия – это единоначалие. Это командование сверху и возможность контролировать процессы. На сегодняшний день невозможно контролировать эти процессы, потому что в каждом подразделении есть техника, в каждом подразделении есть свои командиры, и эти командиры именно оказывают медицинскую помощь на своем уровне понимания, как им кажется это правильно. В результате мы видим ситуацию, когда медицинскую эвакуацию оказывают те или иные подразделения. В результате медицинской эвакуации могут заниматься все, но в конечном итоге за ее ответственность не несет никто. От ви сказали, що із колишнім начальником Генштабу Муженко ви досягли розуміння, да, щодо створення такої служби. Чому зараз процес застопорився? В чому причина? Я, во-первых, уверен, абсолютно уверен, що на самом деле, ну, начнем з того, що Віктора Николаевича ми знаємо. Мы вообще друг друга знаем как два человека, встретившиеся на войне. Да. Например, я на Виктора Николаевича обратил внимание очень серьезно тогда, когда летом, вот во времена, прямо перед Иловайском, до меня дошла информация о том, что начальник генштаба пришел и сам лично сел за рычаги танка и повел колонну. Да. То есть для меня это был символ того, что этот человек не просто способен отдавать приказы где-то там, находясь в Киеве, в стороне. Это человек, который непосредственно может понюхать порох. И я потом после этого приложил максимум усилий для того, чтобы с ним встретиться. И когда мы встретились, оказалось, что Виктор Николаевич прекрасно знает, кто я, кто мы, что такое ОСАП. И он прекрасно понимал, что на тот момент мы являлись... Но не просто помощниками сбройных сил, а считалось, что мы негласная часть медицинской эвакуации сбройных сил. Поэтому с Виктором Николаевичем у меня быстро сложились отношения, достаточно доверительные. Нынешний керманич генштабу Руслан Хомчак, он же теж бойовий офицер. Так. Что, немає розуміння зараз? Я думаю, что у нынешнего начальника генштаба еще было очень мало времени для того, чтобы полностью взять все, как говорится, под абсолютный контроль. Все события. Розуміння. Є, ви зустрічалися? Нет, мы не встречались с ним. Я думаю, что в конце концов наступит момент, когда он обратит внимание на нашу работу, и мы встретимся. Я думаю, на этот момент наступит. Пока мы не встречались, и более того, я скажу, что мы ни с кем не встречаемся. Это, конечно, эмоциональная часть нашего беседы. Да? Угу. Но вот эмоционально я могу сказать следующее. С момента, как наша страна полностью переключила свое сознание от стремления идти в будущее, в эту мышиную возню укрепления своих политических позиций, да? То есть я имею в виду президентские выборы. Потом у нас начались здесь перетрубации именно в сбройных силах, когда поменялся начальник генштаба и так далее. Сейчас у нас... А детальнейше? Ну, что вы имеете на увазе? Все Верховной Рады. Я скажу, как я это вижу. Опять-таки, вы поймите, я не являюсь офицером сбройных сил. Я всего лишь солдат сбройных сил. Я рядовой. Угу. У меня нет своего кабинета. У меня нет колоссальной зоны ответственности в виде управления каким-то там подразделением либо отделом в Главном военно-медицинском управлении. Официально я числюсь как водитель, исполняющий функции водитель Киевского военного госпиталя, но я был приглашен, я и Дмитрий Козярский, мы были приглашены из сбройной силы в качестве специалистов, понимающим, как работает медицинская эвакуация. То есть фактически мы идеологи настройки работы медицинской эвакуации в сбройных силах Украины. Так вот, мне стыдно осознавать, что пока сейчас идет вот эта политическая возня. Сначала мы все стояли в напряжении, кто будет президентом. Впоследствии все стояли в напряжении, кто будет выбран в депутаты. Половина общественников, волонтеров кинулись в политическую работу в надежде получить возможность подняться в уровень депутатский. Да? То есть
Війна відійшла на третій план. Війна не просто відійшла на третій план. Мені стидно осознавати, що я 3 місяці прихожу в Міністерство оборони, і за ці 3 місяці я не достиг ніяких результатів. Мені стидно отримувати зарплату за те, що я нічого ці 3 місяці не роблю. Оно і раніше, в общем-то, ми варили собственно соку, я і Дмитрий Дмитрійович Козярський. Ми писали ці документи, ми генерували ідеї, ми формували видіння будущего медицинской евакуації і того ж самого медицинського спецназу, о котором ви говорили, тому що медицинський спецназ – це всього лише маленький елемент. Це на базі хорошо работающей машини, отлаженого механізму медицинской евакуації, всего лишь несколько безбашенных экипажей, которые готовы выполнить то, что не по силам других. То есть это маленький элемент, но мы не смогли построить вот этот фундамент, на котором этот элемент сможет эффективно работать. Мы создали за этот год нашего нахождения в Министерстве обороны, мы создали первый взвод медицинской эвакуации. Мы худо-бедно, где-то на 50% смогли его наполнить людьми, которые нам поверили, мне и Дмитрию Дмитриевичу Козярскому, поверили, что мы способны все-таки создать нечто наподобие ОСАПа, но только в сбройных силах. И мне стыдно, что мы можем сейчас растерять даже этих людей. Потому что за этот год, кроме создания этого взвода, мы не продвинулись ни на йоту в плане программного обеспечения, которое поможет освободить как раз-таки нас от ошибок во время медицинской эвакуации и сможет понять, как фиксировать данные, поступающие для дальнейшего анализа, как нужно эвакуировать людей. Мы не смогли закупить нужное медицинское оборудование. Мы не смогли найти достаточное количество людей. А это невозможно найти достаточное количество людей, когда армия имеет зарплату, которая треть от зарплаты таксиста в Киеве. Вы втомилися боротися з вітряками? Ви хочете згорнути свою діяльність? От до чого ви ведете? Я на сьогоднішній день взяв відпуск на 15 днів. Через 15 днів я зроблю кілька шагів для того, щоб зрозуміти, залишився ли ще тот маховик, который мы раскрутили, крутится он еще или нет. Если я пойму, что этот маховик теряет свою скорость и необходимо будет опять сделать паузу, я опять возьму на 15 дней отпуск. И если впоследствии я увижу, что за этот месяц на самом деле никто не обратит внимания на медицинскую эвакуацию, скорее всего, я подам рапорт о том, что я буду уходить. Я считаю, что это преступление находиться в сбройных силах, получать зарплату, но при этом цель, которую я поставил перед собой, не сделать ничего за 4 месяца, чтобы эта цель приблизилась. Не иметь возможности даже этого сделать. Нет интереса от... Кроме таких офицеров боевых, как, допустим, генерал Павловский, кроме нескольких офицеров, которые сталкивались с нашей работой на фронте, у многих офицеров просто-напросто вообще непонимание, зачем нужно настраивать медицинскую эвакуацию. Она и так работает. Но нельзя говорить, что это работает все. Есть несколько очень замечательных вещей, которые произошли за эти 5 лет. Армия на сегодняшний день имеет уже достаточно хороший парк санитарного транспорта. Причем не разрозненного санитарного транспорта, который, по сути, своей гражданский, но мы используем его на войне. Я имею в виду волонтерский. Самая армия чи волонтерский транспорт? Все, что попало в армию, неважно, было оно волонтерское, либо оно куплено самой армией, это уже в армии. Но если говорить о том, что на сегодняшний день есть в армии для медицинской эвакуации, есть уже очень хороший парк санитарной техники, которая может качественно эвакуировать. Это основные единицы, если мы берем колесную технику, основные единицы – это американские «Хаммеры», которых, условно говоря, где-то там больше 200 штук санитарных «Хаммеры». И на сегодняшний день, я думаю, так же самое, больше 200 штук это автомобили санитарный «Богдан». Первой версии и второй версии уже на сегодняшний день они отличаются. Какие багато критиковали и волонтеры в том числе. Что они не пристосовані, власне, для эвакуации. Дайте мне таких 1000. Я вам устрою такую вот организацию медицинской эвакуации, о которой не может мечтать ни армия США, ни ЮАР, ни Израиль. И, собственно, мы сделаем медицинскую эвакуацию сбройных сил Украины основой для всей медицинской эвакуации НАТО. Через що тоді така хвиля критики була щодо Богданів? Це політика. В цій країні легше всього і проще всього
акцентировать внимание на своей значимости, на своей значительности, критикуя кого-то, либо что-то, либо обвиняя кого-то в воровстве, либо, в конце концов, ставя себя в противовес сильным мира сего. Это на самом деле болезнь нашего общества. Автомобиль «Богдан», он изначально, конечно, не идеален. Более того, невозможно создать идеальный военный автомобиль на гражданской платформе. То есть спорить с этим никто не будет. Если кто-то готов с этим спорить, на самом деле этот человек, скорее всего, психически ненормальный. Гражданская вещь, она создается совершенно другим запасом прочности. В ее технические задания не входят те экстремальные нагрузки и те задачи, которые в голову могут прийти военным, либо им преподнесет эта жизнь. Я вам расскажу эту историю. Я думаю, на самом деле очень многим будет это очень интересно услышать. Когда в 2015 году стояла острая необходимость именно в санитарной технике, тогда еще замминистра обороны был Юрий Гусев. И вот Юрий Гусев тогда вызвал нас, зная о том, что мы занимаемся медицинской эвакуацией. Он нас попросил приехать с фронта на совещание. Мы приехали. Он говорит, какая техника самая лучшая? Я говорю, самая лучшая техника, смотря под какие задачи. Давай определимся с задачами. Он говорит, ну, нам надо так, чтобы взамен УАЗа. Я говорю, взамен УАЗа может быть только УАЗ. Все. Потому что на самом деле ни одна страна в мире больше не выпускает подобных автомобилей. И кроме того, если даже кто-то вдруг по нашей задаче будет что-то подобное выпускать, это будет просто сумасшедшая цена. Он, хорошо, а сколько УАЗов вообще в стране? То есть мы получили тогда задачу объехать всю страну и узнать, сколько УАЗов вообще готовых к продаже есть в стране. Почему именно он обратился к нам тогда? Потому что он понимал, что послать любого военного, во-первых, ты не пошлешь его в официальную такую командировку по всей стране. Да? Во-вторых, нужно быть достаточно гибким, мобильным, оперативным, и армия не может тебе выделить топливо на каждом углу. Да? Поэтому, понимая о том, что быстрее всего всех эту задачу выполним, и он обратился к нам. Я сажусь в машину, я объезжаю всю страну, и я буквально там в течение, там, условно говоря, нескольких дней, там, до недели, я привожу полностью список всех дилеров-дистрибьюторов, у которых есть вагонные компоновки УАЗ, готовые сейчас к переоборудованию в санитарный транспорт. Общее количество таких машин мы нашли тогда где-то порядка 140 штук по всей стране. Цена, я сейчас затрудняюсь сказать точно с ценой, но там, по-моему, 360 либо 370 тысяч гривен за каждый один автомобиль, усредненно так, в общем-то, по всей стране. И, соответственно, я приехал в Киев, я положил этот список с телефонами, с координатами, с именами дилеров, я положил на стол. И с чувством выполненного долга я уехал опять на фронт. Когда я уехал, оказывается, история имела продолжение. Паня Корчинская, народный депутат, прекрасно понимая о том, что у армии на тот момент нет нужного количества средств, бюджет не позволял закупить 140 автомобилей, паня Корчинская проявила инициативу и через Кабмин она находит дополнительно где-то еще 50 миллионов гривен для закупки этих автомобилей у вас. Ну, собственно, понятное дело, здесь совпало несколько таких звезд. Нужно срочно, деньги уже есть. Да, там в бюджете армии чуть-чуть есть. Вот 50 миллионов еще пани Корчинская нашла с Кабмина, там откуда-то, не знаю, с какого-то комитета. Есть потребность, есть возможность, есть желание, есть телефоны. И в этот момент, вот здесь вот я не был уже свидетелем этой истории, но во всяком случае из многих таких вот достоверных источников у меня есть версия та, которая наиболее правдоподобная. В один прекрасный день все эти автомобили у разных дилеров-дистрибьюторов, они исчезают. И появляются у одного единственного. И появляется он с этим предложением в кабинете министра обороны. Я, опять-таки, я не присутствовал. Это история, которую, в общем-то, неоднократно я слышал. Причем я слышал как раз-таки вблизи министра обороны. И появляется это все в кабинете у министра обороны с предложением, что вот вам уже нужны 140 «Богдана». Вот они вот этих УАЗов. Да, вот они все 140 УАЗов. Цена на них там 400 с чем-то тысяч за каждый. То есть цена резко возрастает. Все это как в кабинете министра обороны. И вот здесь я абсолютно верю, что Степан Тимофеевич, скорее всего, именно так и поступил, зная его характер и эмоциональность. И он выгнал этих людей с этими УАЗами. И после этого как раз-таки он заявил, что категорически против того, чтобы мы покупали российские УАЗы
И мы не будем, армия не будет покупать российскую технику. И вопрос здесь не в этике спасать людей. Вопрос в том, что на самом деле на войне, получается, зарабатывает и Россия в том числе, и люди нечисты на руку, которые воспользовались моментом. И в конце концов нужно создавать что-то украинское, и это было абсолютно важным таким посылом. Нужно создавать именно украинскую машину, которая будет годами служить в Украине, будет создаваться в Украине. И что самое интересное, мы будем иметь доступ к запчастям, к всему остальному. Я просто вже хочу завершити цю тему, просто хочу зацитувати Валентину Вораву, це член Ради волонтерів при Міноборони, яка каже, що Богдан не працює у погану погоду в умовах складного рельєфу. Ну, це от останнє таке зауваження, і переходимо на іншу тему. Когда формировался первый взвод медицинской эвакуации именно в зоне ООС, у нас стала задача в один прекрасный день снять небольшой видеоролик для Министерства обороны. И мы выгнали в поле несколько машин. Мы выгнали в поле медицинский наш джип Чероки под номером ОСАП-10. Мы выгнали в поле полноприводный Volkswagen Т4 под номером ОСАП-9. И автомобиль «Богдан» первого экспериментального взвода медицинской эвакуации. Так вот, на самом деле, когда мы выехали туда, Volkswagen заехал глубоко в грязь, и «Богдан» подъехал к нему и остановился. Я спрашиваю водителя, а почему ты, вот Volkswagen остановился, он дальше, это реанимобиль гражданский, он не может дальше ехать. Он остановился, почему ты остановился? Ну, потому что дальше проехать невозможно. У нас водители, к сожалению, не обучены ездить на этих «Богданах». Они не имеют достаточного количества навыков, и более того, им никто не объясняет, как правильно пользоваться полным приводом, когда его, в каких условиях включать, как, в каких условиях нужно просто приспустить колеса для того, чтобы автомобиль продолжал ехать дальше. И я тогда, понимая о том, что на самом деле люди не верят в этот автомобиль, сел за руль этого автомобиля и показал, на что он способен. И поверьте мне, полноприводный «Богдан», санитарный, способен дать фору таким внедорожникам, как Jeep Cherokee. Потому что на самом деле нужно просто верить, что твой автомобиль самый лучший. А в наш «Богдан» изначально заложили в неверие в том, что этот автомобиль на что-то способен. Потом я повторил те же самые действия с этим автомобилем уже на полигоне в Десне. При присутствующем начальнике отдела медицинской эвакуации майоре Пысанке. Более того, я посадил Пысанку рядом с собой в эту машину. И я показал, как он преодолевает и фактически бруствер рядышком с окопом, и как этот автомобиль идет по ущелью, и как он преодолевает колею танковую. Я ему все это показал. И для него это так же самое было великое открытие. Поэтому на самом деле, для того, чтобы утверждать, что автомобиль не ездит, нужно просто в первую очередь понять, как пользоваться этим автомобилем, научиться. И более того, поверить, что этот автомобиль хороший. Дайте мне таких 1000. От ви казали про настрій песимістичний серед військових медиків. А щодо офіцерів? Ви ж контактуєте, спілкуєтеся. Які зараз настрої на фронті? Я зараз рідко буваю на фронті. І не маю можливості 100% утверждати, що у всіх такі настроєння. Но со многими, с кем я пересекаюсь, либо мы просто общаемся по телефону, либо когда они приезжают в Киев, я общаюсь, и я понимаю, что я сожалею о том, что как раз-таки армия утратила на сегодняшний день очень большое количество офицеров, прошедших школу 14, 15, 16 года. Эти люди так же самые, как я, верили, что их опыт будет полезен в этой армии. Вот так же самое, как я уже постепенно начинаю сомневаться в том, что мой опыт будет полезен. Так же самое многие люди уже на сегодняшний день ушли из армии. И это сталося еще за президентство Петра Порошенко. Ну, то есть это не можно связывать да, с изменой власти. Ну, мне так кажется. Нет. Не стоит проводить параллель, что пришла команда Зеленского, и все сразу изменилось. Совершенно не поэтому. От, власне, у вас есть ответ на это питання? Чому в нас так, в країні, яка воює? Мы сейчас говорим вообще о нашей стране, или все-таки мы будем говорить о збройній силі? Про збройні сили. Если мы будем говорить про збройні сили, то нужно понимать, что вроде бы как все делают все правильно, но, к сожалению, к
каждый делает, я имею в виду, когда я говорю «все делают», да, есть, вот, допустим, в сборных силах, есть две организации внутри сборных сил, ну, так условно говоря, организации. Это Министерство обороны и это Генштаб. Министерство обороны – это на самом деле больше обеспечение возможностей армии, то есть закупки, формирование, что в будущем необходимо будет армии. Да? То есть на несколько лет вперед нужно просчитать. Это, в конце концов, политические вопросы. Как армия будет сосуществовать с обществом, в обществе. И есть Генштаб. Генштаб – это как раз-таки оперативно-тактическая работа. Это все, что касается, как правильно, силовые свои ресурсы использовать для того, чтобы победить врага. То есть это две организации. Вот такие вот, которые находятся внутри, вот то, что мы называем сбройные силы Украины. Так. Это две вещи. И нужно понимать, что опыт боевой, он нужен будет в Генштабе. Вот те люди, которые прошли войну и которые имеют боевой опыт, они надеются, что их опыт будет востребован вот здесь вот именно как раз-таки на уровне Генштаба. А Министерство обороны как раз-таки это те, которые больше требуют гуманитарных знаний, больше требуют видения в будущее. Да? И, к сожалению, вроде как армия сейчас покупает технику, вроде как сейчас как будто все двигается вперед. Но если мы будем смотреть на такие вещи, как вот есть армия, есть МВД, в МВД мы почему-то видим какие-то визуальные результаты. А здесь мы визуальных результатов не видим. Ну, причина. Потому что МВД, когда принимало решение, что нужны новые автомобили, хватит ездить на старых «Ладах», да, и на убитых там «Волгах», они приняли решение и просто вот так вот нам определились, нам нужно там 10 тысяч автомобилей. Вот в таких рамках. И они взяли и все сразу прям подразделениями брали и меняли полностью все, вот, начиная от формы и кончая машинами. А у нас как он происходит? Я же занимаюсь медицинской эвакуацией, и я понимаю, что от того, насколько мы будем правильно в одних ресурсах собирать одну и ту же технику, будет правильно логистика обеспечения запчастями, резиной, там, сервисом и так далее. Да? То есть мы видим, когда у нас техника закупается, и вместо того, чтобы сформировать одно подразделение, у нас веером в каждое подразделение раздается по одной. И у нас в каждом подразделении вроде как появилась новая машина, но в каждом подразделении нет человека, который обучен следить за этой машиной, не обеспечена логистика, не обеспечена техническая подготовка этого всего. И в результате мы не имеем возможности реагировать быстро. У нас все размывается в армии. Так, а що треба зробити? Ну, 5 років реформують в нас армію, вже і волонтерів долучили, так? Політична воля. Політична воля, в першу чергу, це повинні бути согласовані дії начальника Генштаба і міністра оборони в плані видіння, що якщо ми зараз щось створюємо нове, то воно має створюватися не везде по чуть-чуть, а вот так вот фундаментальним очагом вот здесь вот раз – потом в следующем подразделении вымыли старую технику, опять новую заполнили. А не так, что по чуть-чуть везде. Нельзя по чуть-чуть везде. Не получается. Непрофессийность керівництва Министерства обороны и Генштаба. Наверное, даже не так. Это не сколько непрофессийность, сколько армия находится в таком ужасном состоянии, что бюджет, который выделяется на нее, не способен вот именно поступать так, как это было сделано в МВД. То есть наш бюджет в армии должен быть, ну я не знаю, это надо считать, конечно, но возможно даже в 3 раза больше, а может быть даже и в 4 раза больше, чем тот, который он сейчас есть, для того, чтобы в армии были реальные изменения. Не может быть армия на сегодняшний день, допустим, в медротах подразделений, в тех же самых госпиталях полевых, там нехватка медицинского персонала может достигать 70%. Почему там нет медиков? Не потому, что их у нас недостаточно медиков в стране, а потому через зарплату? Через зарплату. Это все равно тот же самый бюджет. Моя зарплата 10 тысяч гривен. Я нахожусь в армии не потому, что мне нужны эти 10 тысяч гривен. Це як водія, ви ж офіційно водієм оформлені, так? Да. Да, но я-то в армии нахожусь не потому, что я хочу быть водием. Угу. Я, честно говоря, я не хочу находиться в армии. Слушайте, я пришел сюда достигнуть определенной цели. Військовий медик, який їздить на передову, він скільки отримує?
Это зависит от его звания, в первую очередь, и какой год контракта. Если это тот же самый стрелок-санитар, да, и он в звании солдата, у него будет такая же самая базовая зарплата, как у меня, 10 тысяч гривен. На фронте, правда, будет, конечно, там доплаты боевые, в зависимости, там, вторая, первая линия фронта, да, то есть у него будут какие-то коэффициенты. Но в любом случае базовый – это 10 тысяч гривен. Тобто це не як у військових, які на передовій, да, які отримують 25 тисяч гривень. Це 25 тисяч гривень. Доплатами. Всі отримують 25 тисяч гривень. Ну, скажіть. Все одно ці 25 тисяч із себе представляють 10 тисяч гривень і різні коефіцієнти. Якщо це медик, то на самом деле медиков, коефіцієнтів за те, що він медик, нет у нас. У нас, правда, є определенные доплати за те, що ти стрілок, допустим, мінометчик. Может быть, там доплаты за то, что ты пулеметчик. Да? А за то, что ты медик, ты доплат не имеешь. У нас очень так хитро. Есть вообще момент, который вот, для меня это глобальный философский такой вопрос, который я не могу оставить в стороне. На самом деле научить человека стрелять очень легко. И целиться очень легко. И более того, у него будет всегда возможность совершенствовать свои вот, именно навыки. А для того, чтобы доверить человеческую жизнь, для этого нужно быть вообще-то интеллектуально немножко подготовленным. И более того, даже на то, чтобы пройти обучение в качестве боевого медика в 205-м учебном центре, нужно проучиться 4 месяца. То есть если человек подписывает контракт, допустим, на 2 года, то из этих 2 лет он будет 4 месяца только учиться на то, чтобы быть допущенным, согласно требованиям Министерства обороны, для оказания медицинской помощи. И это очень низкий уровень. На самом деле, если мы говорим о медицинской эвакуации, нужно будет еще несколько раз его переучивать. Поэтому, когда мы говорим, что мы должны привлечь для оказания медицинской помощи людей достаточно грамотных, интеллектуальных, нужно понимать, что грамотные, интеллектуальные стоят денег. И их невозможно просто научить стрелять. Их задача, наоборот, как раз-таки людей возрождать. Задача вообще медицинской эвакуации очень проста. Это люди, которые не лечат, но которые понимают, как работает человеческий организм на примитивном уровне. Что человеку нужно дышать, у него должно биться сердце, у него, в конце концов, должна быть кровь в его венах. Да. И эти основные принципы, как раз-таки понимание, как это все работает, это и есть суть медицинской эвакуации. Заставить человека жить столько, сколько нужно для того, чтобы передать его уже профессиональным врачам. Нам час вже завершувати програму. Останнє питання. От ви сказали, що зараз почекаєте, да, підете у відпустку на 15 днів, потім вийдете, подивитесь, чи готове дослухатися до вас нове керівництво Генштабу. Це буде розмова про бюджет? Ні, що ви. Це буде розмова о том, наскільки на сьогоднішній день не пусті слова о том, що людська життя безцінна. На самом деле це іменно так. Потому что от осознания того, что каждый человек, который находится на фронте, должен быть уверен стопроцентно, что за его жизнь будут бороться, так же самое, как он борется за свою Украину. Вот осознание этого всего и должно привести к тому, что на уровне Генштаба, на уровне Главного военно-медицинского управления возникнет философия о том, что первично как раз-таки медицинская эвакуация, которая дает возможность уже в дальнейшем потратить меньше ресурсов и сил на восстановление здоровья раненого бойца в полевом госпитале, потом в стационарном госпитале, а в конце концов реабилитация. И в конечном итоге есть шанс, что этот человек опять вернется в строй. Если вы побачите все ж таки, что нет, эта философия, она не приживется, то вы что, вы и волонтерство полишите? Ну, я, во-первых, себя не считаю волонтером. Ну, я розумію, ви казали, що ви менеджер, хотя, який вже організовує ці процеси. Да. Ну, тобто ви залишитесь менеджером, який буде організовувати рятувальні операції в АТО. Ну, смотрите, я не считаю, что на сегодняшний день при такой войне, как сейчас, что-то сильно зависит от таких организаций, как то же самое Сапрески. Вообще от волонтеров на сегодняшний день на войне зависит очень мало. Очень ситуативно и очень мало. И более того, в Министерстве обороны, в Генштабе это понимают и осознают. А самое важное, в сбройных силах на сегодняшний день уже достаточно и ресурса человеческого, достаточно технического ресурса, что при таком течении войны
обходиться полностью без поддержки общественных организаций, которые оказывают медицинскую помощь, такие же самые, как АСАП, ПДМШ. Отказаться полностью от этого можно. Более того, нужно от этого отказываться, потому что таким образом армия почувствует больше ответственности за свое присутствие там и сможет как раз-таки концентрировать внимание на своей работе там. Если говорить, чем я займусь, ну, организация продолжает работать. И мы не только занимаемся военными, мы занимаемся гражданскими. В конце концов, проблемы с гражданскими так же самое не решены, еще находятся в худшей ситуации, чем с военными. Те же самые населенные пункты, которые находятся в серой зоне, не так уж легко туда добираются гражданские скорой помощи, городские. Не торопятся. И, откровенно говоря, многие даже негласно саботируют это все. Кроме того, у нас есть большой кусок работы на пунктах перехода в ДНР и ЛНР. Там нужно организовывать работу, потому что такие организации, как Красный Крест, покинули именно пункты переходов, ушли. Врачи без границ ушли, вообще ушли. То есть на сегодняшний день проблема остается, решать ее надо. Ну, а что я? Я буду радоваться жизни, только уже не в форме военной, а в тех самых джинсах, которые формируют, в общем-то, отношение, либеральное отношение ко всему, что происходит в нашей стране. Дякую. Підсумую нашу розмову вашою улюбленою фразою «Бути добру». Леха Мочанов меня когда-то на нее присадил, и она прижилась. И мне на самом деле нравится, что я служу добру. Ну, а я не просто хочу сейчас вот закончить нашу встречу. Я хочу сказать, что, в общем-то, она произошла как раз перед Днем независимости. Да? В общем-то, и будет марш. Будет даже два марша по Хрещатику. Вы в каком будете? Будет, я думаю, будет громадное количество людей, очень громадный процент людей, которые будут присутствовать и в первом марше, и во втором марше. И я буду во втором марше. Другий це який? Неофіційний. Который неофіційний. Я скажу, почему я буду именно во втором. Я буду во втором, потому что там я надеюсь встретиться с людьми, которые так же самые, как я, в свое время многое в жизни что изменили, бросили в свои обыденные, в быту, да, и ушли по первому своему зову менять эту страну, делать лучше на Майдане. А впоследствии, понимая все угрозы, которые стоят перед независимостью, пошли ее защищать. Поэтому я иду туда, чтобы меня никто не звал на войну, меня никто не звал на Майдан. И я выйду сейчас на Хрещатик вот в эту ходу, потому что меня туда никто не звал, не призывал, ни власти, никто. Я туда иду вот именно как... Но есть один нюанс. Эта страна на самом деле будет изменена не нами, кто пойдет именно на вторую ходу, и не теми, кто был на первой ходе. Эту страну на самом деле изменят те, и это будет колоссально большой процент, который выйдет и на первый парад, и потом пойдет второй ходой. Вот это как раз-таки те люди, которые могут и способны приводить эту страну к определенному согласию, и смогут ее делать более лояльной, толерантной и совершенно дружелюбной к любым взглядам, даже когда они тебе не нравятся. Я вам дякую.